Всем привет! До нашего отпуска осталось меньше суток. И мы сегодня идем закупаться в дальнюю дорогу. Мы будем ехать на машине 2 дня. И нужно обеспечить себя запасом продуктов, хотя бы на перекусы. Понятно, что вечером это остановка в гостинице, это обязательно горячее. А вот выбрать то, что мы будем завтракать, принимать на второй завтрак и на полдник, а также сонник. Вот это для нас очень важно. Поэтому мы сегодня решили не оттягивать и сходить накануне в магазин, чтобы в последний вечер собрать уже вещи конкретно, а не продукты питания. Так, туалетная бумага. Влажная туалетная бумага. Я, например, не очень люблю жидкое мыло, поэтому вот такое предпочитаю. Вкусно пахнет. И намыливается, с моей точки зрения, лучше. Поэтому по умолчанию берем такое. Сегодня хорошая скидка на макаронные изделия из Италии. Ну, типа из Италии. Возьмем вот эти макарошки. Дети очень любят из них суп. Танюшка нашла кукурузную кашу. А, это в пакетиках? А сколько пакетиков? 5 штук? А нас 4. Мы еще кого-то с собой берем? Один останется. Ну пошли, ладно. Макароны взяли, кукурузную кашу взяли. Что еще? Еще надо какой-то каши взять, пойдем. Мы любим газировку, поэтому берем сразу ящик воды газированной. Вот так вот. Так, газировку мы взяли, и надо взять вот такие вот 2 канистрочки обычной питьевой. Есть у нас какая-нибудь еще? Ну, возьмем вот эту. Сколько она стоит? 59,90. Липецкая. Вот туда мы не поедем, поэтому берем липецкую. Открою вам маленькую тайну. Наши дети, да и мы на самом деле, ждем длительные поездки, в том числе и потому, что в этих длительных поездках можно питаться, внимание, пам-пам, дошираком. У меня Танюшка готовит потрясающе вкусно, но в длительных поездках аджап сандал, борщ украинский, щи зеленые готовить достаточно тяжело. Поэтому первые блюда у нас будут сделаны благодаря технологии быстрой сушки лапши. Татьяна Евгеньевна? Мы обожаем тусоваться около этого прилавка. Просто оказывается так много. Смотри, даже пельмешки есть, Тань. Да я уже видела. Пельмешки с картошкой и грибами в упаковке. Таня, там пельмени, Тань. Ну да. Только они не замороженные, они сухие. А, да, 21 век. Да, давай вот эти. Потому что, ну, тарелки. Они маленькие, да. Вот что мы берем. Всем одинаковые. С курицей, Таня, это вкус курицы. Ну да, всем с курицей. Да? Да. Всем одинаковые? Да. Никто не будет заглядывать в чужие, что это, стаканы. А, я припарковался вон там. А мы только на один день берем? Ну, сегодня, да. Это на... Это на первую остановку, да? Да? Первую, да. На первую остановку мы взяли. Ура! Идем в ряды, где разная кашка есть. Каннеллони. Каннеллони Таня готовит безупречно. Это просто вот супер блюдо. Я не знаю. Обязательно попробуйте. Так, вот они кашки, Таня. Чего здесь только нет? Мы обычно вот такое покупаем. Ну, то есть не каша быстро растворимая, а Танюшка готовит безумно вкусные гарниры. А сейчас будем брать что-то быстро растворимое. Для нас реально это экзотика. То есть мы в восторге от того, что есть возможность купить что-то вот. Типа там домашние гарниры в пакетиках каких-то. Чего? Таня, горох в пакетиках. Горох в пакетиках? В общем, горох в пакетиках.
Эх, не перебирали бы гречку и горох. Или было дело? Так как мы будем готовить в дороге, соответственно, масло взяли ароматное. Мы в Волгограде как-то покупали прямого отжима. Ой, год пользовались. Та-та-та-та. Вот такие, да, кашки нам нужны. Типа вот там с вишней. Блин, тут вообще вон скидка. Нет. Нет. Штучные это другие? Да. Каша овсяная с перцем. С яблоком. Давай разные возьмем. С вишней. А вот есть с этой, глянь, Тань. С черникой. А вот с клубничкой. Давай тогда все тут. С черникой будем брать? С персиком 4 возьму. И где-то яблоко. Яблоко. Вот лежит яблоко. А вот они яблоки. Вот яблоко возьми. Наверное, вот здесь яблоко. Да, вот они. И 4. Всем будем варить одинаково. Ну, как скажешь. Тогда не будет никаких проблем, никто обижаться не будет. Да. Главное, чтобы я не обижался. Так, на 2 дня берем? Что зайдем? Хочешь на больше взять? Нет. Хватит пока, да? Так, все, ладно. Теперь самое главное. Капусту, овощи. Мы любители кофе. 50 пакетиков. 50 пакетиков. А здесь сколько? Вот это выгодно. 50 пакетов? Да. Сколько они стоят? 300 рублей. Ну, потом по чеку посмотрим, во сколько нам обойдется питание на несколько дней. Так, кинули. Порошок у нас в тележке, это мы домой взяли. Просто акция сегодня очень хорошая. Было бы странно не купить, потому что покупаем только в дорогу. Нет. Мы очень экономные хозяева. Так, стейк из акулы? Нет? Ну, ладно. Мы любители вареных яиц. Так, а где у нас S0? Вот S0. Яйцо, бокс. 10 штук. Это первая категория. Вот это, наверное? Да. Давай 2 блока возьмем. Ну-ка глянем. Вроде не битая. Смотри. А вот читаю. Да, нормально. Нормально, и все. 2 блока. Взяли. Так, яйца взяли. Завтра сварим. Пойдем глянем сыр и колбасу. Обожаем бутерброды с колбаской и сыром. Есть такие люди, которые их не любят? Это с грибами. Не, давай вот такой вот для сэндвичей. Вот он. Это самый наш любимый. Давай, 2 пачки возьмем. Подожди, ну если он одинаковый, давай для этот, вот такой вот, с ветчиной. С ветчиной? Давай. С ветчиной взяли. Таня! Та-та-та-там! Та-там! Камамбирчик! Классический. Классический. Классический камамбирчик. Внимательные зрители знают, что это наш самый любимый сыр. Так, сыр взяли. Так, пойдем за колбаской. Берем вот такое филе куриное. Оно сырокопченое и выдержит первый день поездки в сумке-холодильнике. Один из самых классных моментов. Можно и нужно выбрать себе колбаску. Мы можем себя назвать колбасоедами. Колбаску мы очень любим.
Вот, колбаска стоила 800 рублей. Сегодня по 400. Берем дымовскую. Праздничную. Все-таки у нас праздник, отпуск. Овощи будем покупать в дороге. Соусы тоже, чтобы по жаре не таскать. А? Ну, вообще-то соус у нас есть. Чтобы таскать по жаре. Так, напитки. Что-то еще? Картошку сварим. На первое время хватит. На первое время хватит. Помидоры, огурцы у нас есть свои. А, кстати, да, помидоры, огурцы у нас свои с дачи. Я бы еще яблоки взяла. Вот, яблоки у нас на даче закончились, поэтому яблоки надо взять. Давай возьмем яблоки вот эти классные. Классные яблоки, классные. Вон они, красные яблоки. Яблоки надо взять. Так, тележка стоять. Авокадо? Мягкий на сегодня. Тебе на сегодня нужно найти? Да, для салата? Ну, я бы его так съела. Так бы съела. Авокадо мы любим. Сейчас будем искать. Да. Груша форель. Интересно, сорт назвали. Путешествие должно приносить удовольствие. Поэтому возьмем экзотический продукт, который, в принципе, мы кушаем очень часто и даже на нем готовим. Перепелиные яйца. Вот так вот. Две коробочки. Я думаю, нам хватит. Зубную пасту, щетки, бритвенные станки. Это все мы берем из дома. В дороге потеряются, не так жалко будет. Купим зато домой новые. Зубные щетки точно будем после поездки менять. Им уже больше 2 месяцев, покупали мы их в конце мая, начале июня. Посуда у нас есть, следовательно, все скуплено, закуп осуществлен, можно отправляться в поездку. Уважаемые зрители, похвастаюсь. В связи с тем, что телефон сел, дальнейшая видеосъемка ведется на подарок моей любимой супруге. Экшн камеру. Татьяна Евгеньевна? Миссия выполнена. Пошли на кассу. О! Вот что мы купим завтра. Это будет отдельное видео. Мы возьмем вот этот рюкзак. И за 1 рубль еще один детский. Вот этот. И все потому, что мы собрали 100 наклеек. Так, ну мы глянули весь чек, и получается на еду 2500. Вот так вот. Жесть. Ну, это только на первые 2 дня.